Вы договорились вот по поводу алиментов устно? Мы сели, все обсудили, как бы у нас даже никаких не было претензий друг к другу. То есть вы не боитесь, что потом это может как-то измениться, что лучше это оформить там нотариально? Я 8 лет жила с человеком, он абсолютно адекватный, нормальный мужик. Да? Потом... Некоторые отец... 20 лет прожили. А как отец, он со своих детях заботится. Просто может потом появиться девушка, жена новая, которая скажет, а что это ты отдаешь? Да. И начнутся... А он делает для детей абсолютно все. Да. Я уверена это в том, что он... Это сейчас, Алана, да. Сейчас. Ну, Алана, хватит послушайте. Быть наивной. Для детей. Это, понимаешь, пока, вот правильно же Таня говорит, а если найдется какая-то девушка, она найдется, естественно, через какое-то время, и она скажет, Паш, ну-ка, знаешь-ка, давай-ка это, прекращай, у них родятся помогать. Свои дети, да. Слишком много. Прекращай, там Алана, это... бери у него все сегодня же. А, да. Алана, я думаю, такая прекрасная, красивая девушка выйдет замуж, и он скажет, знаешь что, у тебя есть да, твой муж, да. И пускай вот он и обеспечивает вашу семью. Сколько мы таких историй знаем, ребят, к сожалению. Ребят, давай.